Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, немецкие войска вторглись в Советский Союз без объявления войны. Первый день Великой Отечественной советская армия потеряла более 16 тысяч бойцов. Мирная жизнь прервалась на долгих 4 года. Каждый год на рассвете у мемориалов и памятных мест по всей стране собираются тысячи людей, чтобы зажечь свечу памяти и почтить память тех, кто ценой своей жизни отвоевал мирное небо. В этот день вспоминается моя поездка в Брестскую крепость, когда ты вот ходишь по этим улицам и понимаешь тот ужас, который охватил людей именно в этот день 80 лет назад. Какой тяжелый был день для всех тех, кто был тогда именно там. С самого раннего утра жители городского округа несут цветы к мемориалам в память о страшных кровопролитных годах войны. Сегодня самый действительно трагичный день. Мы сегодня чествуем и память павших, и начало Великой Отечественной войны, наступление тех страшных дней, которые удалось пережить нашей Родине. Поэтому самое главное помнить подвиг наших предков. Торжественное возложение цветов прошло на всех мемориалах Великой Отечественной в Химках. Советских солдат чествовали тысячи жителей городского округа. Скорбим, помним. И спасибо нашим предкам, спасибо всем, кто добивался и добился чистого неба над нашей головой. По официальным данным, Великая Отечественная война унесла жизни более 25 миллионов советских граждан, солдат и ни в чем не повинных мирных жителей. В кровопролитных боях с 1941 по 1945 погибло более 4000 химчан. И в течение всего дня к нашим памятным мемориальным местам будут приходить химчане и возлагать цветы в память об этом трагичном дне. Ну и, конечно же, в память о том, что мы выстояли и мы победили. День памяти и скорби ежегодно проводят в России, Белоруссии, Украине и других странах бывшего СССР. Великая Отечественная война оставила свой отпечаток в миллионах семей.